не переживай, если что-то не так, останавливаешься, начинаешь заново, все замечательно. Если что, вырежем всякие ежики. Можно меня вообще не вставлять? А можно меня вырезать, да? Да, я вам расскажу. Так. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Алена Роева. Скажите, сложно ли был турнир? Нет. Да. Нет, да. А сложно ли были соперники? Ну, не сильно. Можно вам выигрывать. То есть это не они выиграли, это я скорее проиграла. Какие планы на будущее? В смысле, в бильярде? Да. Да, большие планы. Ну, хотя бы область брать. Первое, как минимум. Область Украина. Вы будете принимать участие в Кубке Украины? Да, в Морисе, да? Конечно, буду. Что бы вы пожелали участникам? Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Без этого не будет игры просто. Какая самая сложная была партия в данном турнире? За выход в полуфинал с Вовой. Не знаю, с Яковенко. Тяжелый соперник, неудобный. Чем? Ну, неудобный соперник, некомфортно с ним играть. Вот. Так. Ну, так, в принципе, нет. В чем выражалось? Ну, как объяснить? Вы не играете в бильярд, вы не поймете. Просто есть такое понятие, как неудобный соперник. Не то, что он сильно играет, просто неудобно с ним играть. Понятно. Спасибо большое. До свидания, спасибо. Держи. Давай, теперь твоя очередь. Попробуй. Не-не-не-не. Ничего страшного, он не кусается. Я хочу позабывать. Ну ничего, он не кусается. Ты же не кусаешься? Я не знаю, могу. Могу. Ну укуси ее сразу, чтобы она перестала поесть. Да, да. Ой, прости. Уже ногой бил. Это поближе к столу, пожалуйста. Подойди, чтобы свет просто падал. Нет, подождите, я не готова, я боюсь. Практика, да? Вы можете пока просто пообщаться, чтобы не бояться друг друга, ты можешь потренироваться, задавать вопросы, чтобы тебе было проще потом, когда будем снимать. Есть... Первый раз стою, когда даю интервью, вижу, рядом человек боится. Должно быть нам. Да, да. Так, первое, что здравствуйте, представьтесь, сложные ли были соперники, давно ли вы играете в бильярд, планы на будущее. Найти жену. Довольны ли, добились ли, господи, этого желаемого результата? Ну и пожелания соперникам. Не переживай, можешь импровизировать на самом-то деле. Ну, допустим, он рассказал о жене, может быть, жену будет играть в бильярд и не будет играть. Мы будем вместе играть. Сейчас такое, да. Сейчас свадьбу вы будете в бильярдной проводить, то есть такого. Не, не свадьбу, будем брачную ночь. Ну вот, да. Слушай, какая фантазия. Нормально, да? Ну что, можно? Вы готовы? Ну такое. Так. Давай. Раз, два. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Чумаченко Виталий. Сложные ли у вас были соперники? Ну, это аматорский турнир. Я думаю, здесь можно бороться с каждым. Все соперники примерно на одном уровне. Собираетесь ли вы принимать участие в Кубке Украины? Да, собираюсь. Хочу, чтобы повысить свой опыт в бильярде. Добились ли вы, господи, боже мой, можно сначала? Добились ли вы желаемого результата в данном турнире? Думаю, что да, потому что я первый раз прошел в призовые места, но хотел уже первое, но так сложилось. Ну и пару слов пожеланий игрокам. Всем игрокам желаю тренироваться, чтобы было хорошее желание добиться успехов. Ну и играть в турнирах почаще, набираться опытов, и все будет отлично. Спасибо, до свидания. Что? Что? Что, на ваш взгляд, было сложно в данном чемпионате? Самое сложное встреча. Так, самое сложное. Самая сложная встреча. Самая сложная встреча в данном турнире. Я думаю, что самая сложная встреча была это за выход в финал, но это была больше игра с самим собой. Я сделал много ошибок и не прошел. Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго.